23 января в городе Набережные Челны в рамках чемпионата ночной хоккейной лиги состоялась русская классика. Из 72 матчей регулярного чемпионата, которые проходят в Ледовом дворце, в этом году было решено 2 матча сыграть на открытой площадке. И в первой игре встречались «Гренада» и «Белые медведи». А вы за кого? За «Гренаду» или за «Белых медведей»? Вы за кого? За белых. За белых. Ну тогда я за «Гренаду». Матчи этих извечных команд всегда проходят в интересной, ожесточенной борьбе. Не стало исключением и эта игра, в которой команды на двоих забили 10 шайб. Ничья в основное время 5-5, и победитель выявлялся в серии буллитов, где героем матча стал вратарь «Гренады» Алексей Лебедев. Ну что ж, зимняя классика состоялась. Думаю, праздник хоккея. Никто не пожалел о том, что пришел сюда. Не знаю, это большое удовольствие играть на открытой площадке, вспоминать свое детство, как начинали всего с этого. Одно радует, без скребков, без лопат обошлись. Ну, а классическое дерби «Белые медведи» «Гренада», можно сказать, переходит в какую-то традицию заканчивать игру на той площадке буллитами. Думаю, какое-то шоу все-таки удается нам создать. Интерес к хоккею, думаю, тоже растет. Вот. Из всех игр, которые мы играем в «Белом медведе», думаю, у нас всегда идет с ними бескомпромиссная борьба. Даже если заглянуть в таблицу, у нас разница шайб примерно одинаковая, количество очков тоже. Все решают какие-то секунды, моменты, один бросок. Вот как вы сегодня увидели. Ну что ж, всех поздравляю. Зимняя классика состоялась.